Друзья, всем добрый вечер. Я готовлю ужин. У меня ужин сегодня. На ужин будет вот такой салат. Зеленая редька и оранжевая морковь. Посолю, чуть-чуть поперчу и заправлю маслом. Наверное, оливковым. Вот, потому что морковь очень хорошо с маслом сочетается. Мне даже больше нравится, чем со сметаной такой салат. Или с майонезом тем более. Сейчас все перемешаю и сверху потом посыплю немножко зеленью. Ну а к салату, вернее салат у меня будет, сейчас покажу к чему. Вот такая рыбка у меня жарится. Три рыбешки и много-много лука здесь. Она уже с одной стороны поджарилась, я перевернула на другую сторону. Вот так вот она выглядит. Здесь кроме лука еще и чесночок. Вот такой сегодня у меня ужин будет. А днем Слава варил суп. Сейчас покажу вам кастрюлю, какую он сварил. Вот такую большую кастрюлю на несколько дней, представляете? Потому что я что-то не могу пока еще очень долго около плиты стоять. Слава меня выручает. Вот. Вот. Кастрюля, наверное, литров 5. Большая. Будем есть. Я посыпала укропчиком с морозилки салат. А теперь заправлю его маслом. Оп. И будет у нас полезный ужин. А говорят, завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Ну нет, не отдам. Не отдам никому. Мне что-то хочется в последнее время, да, вот эти вот овощи и редьку с удовольствием ем, и капусту с удовольствием. В общем, овощные, хочется салаты такие свежие, не из баночек зимних заготовок, а вот именно вот такие вот свежие. А еще хочу вам сказать, что пока я была в больнице, у нас одна курочка захотела стать квочкой. Ну, как по-разному называют, квочка, наседка. В общем, я когда пришла с больницы, она заметила я, что она стала совсем по-другому со мной разговаривать. Там какое-то ворчание пошло, журчание. Я Славе говорю, у нас, по-моему, курица хочет цыпляток себе заиметь. Ну вот, сидит уже несколько дней. Ну, в общем, как я пришла с больницы, она залезла в гнездо и не вылазит. И вот мы решили там немножко переделать в сарае кое-что, сделать для нее местечко. И посадим ее отдельно от всех курочек. Посмотрим, что у нас получится. Я уже выключила рыбку. Вот подошла сюда к столу. Мне скоро лекарства пить. Вот тут мои лекарства стоят. Кто-то заметил, да, что знакомые названия. Ну, в общем, наверное, всех одинаково лечат. Хочу сказать вам еще, что перед тем, как я заболела, мы убирали старых кур. Я как-то в видео говорила, что у нас осталось всего 5 белых курочек. Всех коричневых старых мы убрали. И вот когда Слава забирал одну курицу оттуда, петух так за ним следил. Вот, и когда и уже коричневых не стало кур в сарае, а только белые, Слава вот без меня приходил, кормил кур. А петух около него хороводится, клюнуть хочет. И ко-ко-ко, и ко-ко-ко, и защищает своих, подружек своих защищает. Представляете, такой хозяин. Слава говорит, я его даже иногда боюсь. Я говорю, ты, чтобы в руку не клюнул, рукав прям на кисть руки натяни. Он говорит, я от него метлой отбивался. Помните, в одном из последних видео я показывала свое будущее покрывало. Вот эти полоски я сшила. Вот сюда вот сложила прям по счету, там первая внизу, к ней вторая пришивается, третья и вот это вот самая последняя верхняя. Вот, к ним теперь нужно было подкроить полосочки, которые будут соединять все полоски вместе. Ну, полоски ткани, я сейчас вам покажу, как я их сделала. Вот здесь на гладильной доске вот такие вырезала полосочки, свернула уже пополам, 5 сантиметров шириной. И буду соединять полоски уже в общее полотно. Ну, потихоньку, когда есть возможность, когда чувствую себя неплохо, стараюсь шевелиться. Что-то делать-то все равно нужно. А еще я сегодня клубничку, которая у меня проросла, я вам показывала несколько раз уже в ящичках, там у меня стояла. Я сегодня ее пошла и высадила в теплицу. На улице уже хорошо, тепло. В теплице вообще тепло. А клубника вроде не боится таких заморозков небольших. Так что если ей будет там 0, минус 1, минус 2, а в теплице-то будет все равно плюс. Хочу показать вам все-таки до теплицы дойду, покажу, как я посадила.
эту клубничку. А вот эта вот грядка, клубника у нас росла в прошлом году. Вот она после снега какая, вся живая, смотрите. Конечно, вся земля клёклая, прибитая. Ну, потом порыхлим. Здесь крупная растет клубничка, хорошая. Вот я дошла почти до теплицы. Здесь у нас виноград растет. И на зиму его Слава укрывал. А сегодня вот открыл. Слава! Привет, привет работнику. Вот. А то уже потом поздно будет, может быть, подгниет. Сейчас хороший виноград. Сейчас теплицу покажу как. А здесь у нас аист отдыхает всю зиму. Вот. На зиму в эту теплицу аиста поставила, в другую теплицу медвежонка поставила. И вот-вот-вот моя клубничка. Вот столько ее получилось. Вполне достаточно. Она здесь укоренится, а потом, когда уже совсем тепло будет, я ей выделю грядку и рассажу. Новый сорт у меня будет клубнички. А здесь рядом я осенью выкапывала хризантему из земли там около дома. И смотрите, а вот в серединке идут новые росточки. Она живая. Верхушку обрежем секатором, а она будет живая. Потом пересажу в огород. Зимовала в теплице. А вот здесь вот в грядке у меня всходит чеснок после зимы. Думаю, что вам будет видно, какие торчат росточки хорошие. И туда до конца теплицы. И сколько воды еще много стоит. Сегодня утром был большой-большой туман у нас. Я уже подошла к сараю. Вот они, мои 4 белые курочки. Одна сидит на гнезде. Петух мечется, смотрите. Думает, что и по одной, и все остальные куда-то уйдут. Подружки он в одиночестве останется. Останешься в одиночестве, в лапшу попадешь, Петрович. Я хотела еще вот весной купить 5 курочек молодочек. Не знаю, коричневых покупать или беленьких. Но надо каких-то ему добавить курочек. Гарем-то, гарем его нужно пополнить. Петрович, пой. А? Да ты мой молодец, молодец. Я зашла в сарай. И сразу и курочки за мной сюда пришли. А вот хочу вам показать эту, которая сидит. Вот она. Серьезная мамочка. А под ней... Я сегодня рукой туда лазила, под ней есть яичко одно. Вот, не буду беспокоить.